Ветеранов встречают юнармейцы. Глядя на этих ребят, участники Великой Отечественной войны вспоминают себя. Когда началась война, многим из них едва исполнилось 16. Я прошел, значит, всю Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, Восточное Померание, побережье Балтийского моря. И последняя операция была, это Берлинская операция. Константин Сергеевич в деталях помнит каждый день, проведенный на фронте, как и другие те, кто защищал родную землю от фашизма. Прошел все муки и ады. Был в оккупации в начале войны. После оккупации 16 с половиной лет призвали в армию. Глава округа вручил ветеранам юбилейные медали, и они еще долго сидели за чашкой чая, вспоминая страшные годы войны. Наша задача, представителей власти, передавать достоверную информацию о войне нашему молодому поколению. Каждая медаль – память о подвиге советских солдат, которые долгих 4 года бились за родную землю, за каждый город, село, деревню, за каждого человека. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».